А ну-ка, котяра, свали, ты чё, как дверь открыть? Это же мясо, что ли? Да, о, балдёж. Как жаль, что я морковку ем так. Мусорку. Итак, надеюсь я... Ой, наш... Я не могу, ребят. Ну давай, делай дело, делай грязь. Где, где дракон? Где грязь? Всем привет, ребята, у меня тут Flex Chan сегодня. Я в виде вот этого маленького милого котика буду помогать своему другу пройти Майнкрафт. А друг мой необычный, он как всегда клубничный. Живет в этом домике и походу уже понятно кто это, ибо он даже зачем-то табличку повесил. Домик Скретча, почему домик, что так миленько? В общем, сегодня я буду в ГМ-очке, и понимать он меня как обычно не будет, и я буду ему помогать. Ах, он еще не знает, что я его котик. А ну-ка, котяра, свали, ты чё, как дверь открыл, так не понял? Я не понял, а чё это он такой агрессивный? Вообще-то обычно котиков любят, но, видимо, не в этой жизни. Так, надо бы сделать из него шаурмичечку. Давай. А что ж, пошел, это судьба, не надо. Какой-то неадекватный, еле сбежала от него. Походу, он хочет кушать, раз хотел меня пустить на шаурму. Поэтому я, давайте-ка ему что-нибудь вкуснее принесу. Так, жареная баранина. Или, может, крольчатина? А может быть, курочку? А может быть, стейк? Честно, не знаю, что лучше, я ему и то дам. Так, погодите, он дома? Вроде дома. Так, надо тихенько зайти и бросить ему эту штуку. Главное, чтобы он на меня не напал. Здравствуйте, держите. Господи, как этот камнерез работает? Ой, опять ты, котяра? Это же мясо, что ли? Да, о, балдеж. Как жаль, что я морковку ем так. Мусорку. Блин, ну что, за ЗОЖ? Ладно, хорошо. Так, а где ты тут была морковь? Ходи, зачем мне морковка, если я все могу достать из ГМ-очки? Где морковь? Опа, курица. Ай, крольчатина. Ой, такие сумки. Пока он там сам с собой говорит, я пытаюсь найти морковку. И где морковка? Да где морковка? Ладно, раз нет у нас морковки, тогда, может быть, я ему ломтик арбуза притарабаню. Или, может, яблоко. Яблоко, в принципе, это тоже. Тоже очень полезно, да. Ну, хотя бы сейчас прими мои дары. Яблочки, арбузики, балдежненько. Но как жаль, что я пересел обратно на стейки. Так, кстати, надо... Ну набери тогда стейки, ну набери. Нужно выбросить арбузик. Что меня бьет? О, стейки. Бери жареную курицу. Балдеж. Так, я на самом деле... Ну похвали меня, чертила, и возьми меня. Себе жить. Надо себе это, арбузики и яблочко оставить, потому что вдруг я опять захочу. Да возьми ты меня к себе жить, алло, братан, братишка. Ладно, мне кажется, пришло время проходить Майнкрафт. Да какой Майнкрафт? Все, я начинаю. Вот сам напросил. Ты что, коврик выпачкаешь, котяра? Ой, я такой, возьми меня к себе. Так, ладно, в принципе, сейчас ночь, а проходить Майнкрафт ночью как-то такое себе, поэтому нужно спать. Так что, котяра, ты можешь остаться на ночь здесь. Вот, но я буду следить за... Это с кровать слезть, моя кровать, гость. А где мне на коврике спать? Я чё, по-твоему, живот? Ну, в принципе, да, в данный момент я животное. Ну ладно, чё, буду спать на коврике, знаете. Так, смотри, котяра, ты можешь спать в нескольких... Ты только это, мне тут тапки железные, не обоссы, а потому что их мыть потом неудобно. Короче! Басы, я это обоссы. Да. Вот есть коврик, есть сундук, и можно еще вот здесь вот пузико почесать там. О, вот это я понимаю, вот этим пузико только и чешут. Пацан, давай ложись спать и быстрее проходить Майнкрафт. Дел слишком много, понимаешь? Так, киса, только с хвостом это осторожней, потому что если отрубение, то все не будет хвоста тут как. Ну и чё, зачем мне хвост? Я так или иначе потом стану собой обычной. Ой, котяра, ты чё наделал? 6 hours later. А, доброе утро на улице. Такая прекрасная погода, чтобы пройти Майнкрафт. Скретчи, побежали. Так, котик, слушай, ты, конечно, это, поспал, но платить-то на... Ты молоко любишь, кстати? О, да, люблю ты молоко. О, балдёшь, на, набирай, иди. И мне принеси заодно, потому что это надо. А, я понял, где я тут корову по-твоему найду, а? А где я здесь корову найду? Блин. Так, ладно, а пока кота нету, нужно подготовить для него ловушку. Я вообще-то все слышу, чертила. Ну ладно, мне нужно найти корову, которую я не вижу в ближайшем радиусе. Тогда, а знаете, что будет лучше, если он любит молоко? Может быть, тогда лучше. Я на заднем дворе сделаю ему целый загон. О, он меня как раз похвалит. О. Ставим калиточку. Не, погодите, дайте-ка калитку другого цвета поставлю, чтобы можно было на изи понять, где вход. И заспавню сюда корова. Где? Так, сколько штук ему надо? Ну, 3 штучки, думаю, хватит. О, вот так вот. Ловушка для кота готова. Класса. Ладно, нормально, и так сойдет. А, слушай, Скретчи, привет, ты где? Где? Вода? Не понял. А что ты глобёрых делаешь? Котик, я тебе рыбку принес, можешь покушать, прыгай, ныряй, вот, да. Ты что, за тупого кота меня принимаешь? Алло, я тебе что, молоко притарабанила? О, балдёж, ладно, я тогда заберу это обратно. Ой, И глобрюх! У-ху! У меня есть глобрюх! Иди сюда! Я слышу мявки какие-то. Иди сюда. Так, видимо, котик хочет, чтобы я куда-то пошел.
У меня теперь загон с коровами есть. Укуси меня, пчела. Хочешь по это водный аттракцион? Давай, пока. Да, спасибо, спасибо. Теперь я могу пить тебе очень много молока вместе с хлебушком. О, слава тебе, Господи, у меня не тупой хозяин, и он понял, что это сделал я. Величайший котик на свете. Хвали меня. А теперь нужно найти крестьянина, который сделал мне этот загон. Это по-любому был ты, красавчик, брат. Что ему надо объяснять? Ну ладно, раз незаслуженно кому-то все лавры уходят, я обижен и оскорблен. Так, ладно, котик, иди сюда. Держи тебе покушкой. Голодный, наверное. Это так мило, где ты столько взял? Свинина. Ну пойдем с тобой проходить Майнкрафт, я нафига сегодня эту серию записываю, я помощник, алло, давай, делай дело. Максимально странный кот, который открывает сам двери. Значит, ты умный кот, а? Еще и броню твою могу спереть, смотри, что могу, опа. Ты хочешь броню? Я понял. Так, сейчас, держи броню, мы с тобой пойдем на битву. Вот тебе лук, вот тебе стрелы и вот тебе меч. О, подбирает. Значит, умный кот будет сражаться со мной. Пойдем, кот, сегодня мы с тобой будем сражаться с разбойниками. Определенно умный, так что не надо меня тут пытаться развести. Побежать. Кого разбойник? Нафига разбойники? Ну, веди не меня. Понимаю, кота. Пойдем за мной, пошли, кот. А мечом бить могу, балдеж, мне нравится. О, мы нашли эту крепость разведчиков, разбойников. И чё, какой план у нас, хозяин? Я тебе покажу, как сражаются самые настоящие профессионалы. Держи подзорную трубу, надеюсь, ты разберешься, как ей пользоваться. Умею стрелять из лука и чё. Все вроде бы по канону. Короче, у тебя есть подзорная труба. Смотри, как сражаются настоящие профессионалы. О, ща, все будет. Окейшки, следим за ним. Ага, бежит. Ё-моё, его походу там взяли, да еще и в клетку посадили, раздели. Ой, все на мне. Ну чё, пойдемте спасать. Кот, помоги мне! Какого фига? Почему трубу у него не забрали? Сидит, смотрит на меня. Я смотрю на него. Искра, буря, безумие. Ладно, побежали спасать его. Ё-моё. Ох, ёшкин ты, макарёшкин. Благо на меня никто не нападает, потому что я в ГМ-шке. Ой, здравствуйте, дамы и господа. Я с вами тут быстренько разберусь, да? Надеюсь, этот кот меня сможет спасти. Что ты там делаешь? Кот, привет! Это, открывай меня. Открывай меня. А с этими ты не хочешь разобраться для начала? О, правильно. Отфигач, давай. Вот как я учил, прям как в подзорную трубу. Смотрел ты, кот, вот так же и отфигачил. Да я и без... Ой-ой-ой, извини, ничего себе такое бывает. А так можно? Так, закрою эту дырочку, чтобы они не могли пройти, а то они сейчас... Кот летает, что ли? Нет, тебе показалось. О, какой я сильный, видал? Тьфу, мясо! Хочу арбуз. Арбуз дома остался. Арбуз? Я тебе еще дам, на. На-на-на-на-на, я тебе даю. О, балдеж, спасибо тебе, котик. Походу, его броню сперли. Ну ладно, я тебе могу выдать. И выдам дальше. Сиди тут высоко. Ой-ой-ой! Он упал, ну и нафига я это все выдал, ну. Смотри, меня сейчас застрелят, помогите. Откройте, Да где он, Господи, валим отсюда. Да беги давай, я тебе броню дам. Давай, беги сюда, опушки. Я тебя здесь жду. О, они уже совсем близко. Ой, они ближе, чем я думал. Нет. Боже мой, давай, иди сюда. Вот, кот, спаси меня. Ой, сейчас жепу прострелят. Я ничего делать с ними не буду, мне нравится. Ладно, иди сюда, в дырочку, давай. Давай, сюда, в дырочку, скорее, давай, беги сюда. Вот они идут. Да ты же маленький глупенький, я под тебя под тобой дырочку сделаю. Ты иди в дырочку, быстро сказал, в дырочку. Что произошло? А еще умрешь. Не умрешь, я тебя закопаю. Нормально? А теперь мне нужно к нему в дырочку попасть, так. Я, какой вкусный арбузик. Вкусный арбузик, на, бери, одевайся. И алмазная броня, балдёжненько, это мне нравится. Ну что, готов сражаться? Аня, погодите-ка, может быть мне ему... О, золотых яблочек еще дам, а что бы и нет. Ну так, чтобы на всякий. Ну-ка, на, держи пару штучек, а то они тебя там загадят. Нифига, 5 золотых зачарованных яблок, ё-моё. На, держи, теперь выкапывайся и давай эту шуру и наверх, а то что я все для тебя делаю, как-то нечестно. На, делай. Что это? А, это кирка, господи, ничего. Ой. Чего-то их там много. Да, это... тут по факту. Сейчас я помогу тебе. Ну, как могу, так и помогу. Да, котик, мы остаемся в ямке. Какой ямке? А домой? Там хорошо, да? А может домой? Нет, домой не хочешь? Алло. Так, ладно, нужно помочь коту. Где кот? Кот, смотри, вот тебе подзорная труба. Иди куда-нибудь сядь, чай, покажу, как надо сражаться. А, посмотреть просто, окей, труба. Я что-то твою трубу немножко потеряла. Давай, я наблюдаю за тобой. И я, сейчас они друг друга поперестреляют. Ага. Ой, дурачки местные, глупые. О, все, сейчас начнется махачи. Ага. А, нет. Ладно, придется с ними вручную, окей, я, господи, какой же я профессионал, мне это нравится. Ага, взяла все, выдала ему, считай себя профессионалом. Ну так, вообще. Это оно и работает. Ладно, раз уж мы почти с ним готовы, может быть, сразу пойти вольнуть дракона. Кот,
Я тебе предлагаю прямо сейчас отправиться, а ты убивать дракона. Ты читаешь мои мысли, неужели? Я думала, Скретч глупый, а этот вроде умный. Может быть, развивается потихоньку это существо? Хочешь кушать, я понял, ну на, пожри. Я все равно эти стейки жрать даже не хочу, мне нужны яблоки. Так, зомби! Понял, вот у нас в чем дело. Во, все, разобрался. Понял, тогда что, на, держи вот эти вот штучки, но я тебе много не дам. Не наглел. Откуда у кота ока... Зомби, подожди. Откуда у кота ока... Я разговариваю. Откуда ты собак? Кот вас тут сдул их, блин. Откуда у кота ока эндра? Ой, вопрос, хороший вопрос. Все потому, что я милый котик. За красивые глазки дали. Так что, давай, кидай и отправляемся, человек. Что ты от меня хочешь, кот? Пойдем с тобой домой, нужно... Какой домой этот? Майнкрафт проходить? Давай, я тебе намекну. Надо, давай. Смотри, полетел, все. Ты хочешь, чтобы мы отправились на поиски дракона, я понял. Оба, балдеж. Хочу. Туда. Я знаю, полетели. А, да, он же умеет летать, ладно. Что-то он бежит как-то слишком медленно. Может быть, не мне ему помочь? Ну-ка, помогай, лицелитр я ему, наверное, дам. И фейерверк. Эй, пацан, я его потеряла. И где он? Somebody one. Так, и... О, вижу, нашла. Где кот? Я кота потерял. Я здесь, на, держи. Давай по-быстрому найдем, куда нам бежать? Балдеж. Это то есть мы прямо сейчас полетим на элитра. Да. Так, а как на них летать, интересно? Так, ладно, давайте попробуем. Смог, полетели, уху. Балдеж. Я так еще никогда не искал дракона на элитрах. Господи, как же балдежно летать на элитрах. Надеюсь я... Ой. Какого фига он разбился? А, блин, весь инвентарь его. Ладно, придется ему помочь. Так, хорошо, прописываем. Так, теперь скретчик. Опачки. О! Магия? Вне Хогвартса? Кот, ты меня телепортировал? О, мои шмоточки. Дё-дё. Твоё умный котик, я помогаю. Так, а у меня эти закончились... Как... Фейерверки? На, держи. О, кот читает мои мысли. Мне кажется, кот сумасшедший. Или я сумасшедший. Это ты сумасшедший, походу, потому что с котиками разговариваю. Все, давай, поехали. Во. Так, куда там лететь надо? О, балдеж, полетел. Так, окей, эндера кидаем. А куда она летит? Все правильно, отправляемся на поиски дракона и расфигачим его с котом. Вот, мы нашли! Ё-моё, какой у меня глупый хозяин. Так, ладненько, ты п... Когда меня кот телепортировал... О, кот телепортировал! Не понимаете, элитры, вообще ненавижу их. Как с ними выиграть? Ненавижу, но опять одену и разобьюся, да? Так, ну я при помощи элитр буду разрушать кристаллы в Эндермире. Кстати, да, кстати, по факту. Так, куда нам с тобой? Нам с тобой на эту гору. Блин! Шапку потерял. Да ты задолбал шапки терять, алё. Короче, больше ему не дам эту шапку, потому что это... Распоясался он. Где моя шапка? Где шапка? Центр здесь. Где моя шапка? Не вижу шапку. Ай, он не успокоится, пока ему шапку эту не дам. Шапка. Господи, иди. Где моя шапка? Алмазная шапка. На шапку. Нету. Вон шапка. О, я нашел ее. Все, кот, ты где? Да вот я здесь, иди давай сюда. Нам на эту гору, и здесь она нужно копаться. Опа, ай. Опа, а теперь давай, останови. И копаемся вниз. Ты там не помрешь? Ладно, нормально, вроде бы не помирает. Где кот? Вот он, кот, копает. Боль, ног сломал. Так давай, ты копай, на, дальше. Ешь яблочки, чтобы не помереть. О, балдеж, золотые яблочки. Теперь у меня их 6. Давай, кот, копай. Быстрее копай. Что так медленно? Быстрее, сейчас помрёт. Перекопала. Ну и чё? Потерял все шмотки, ничего не осталось. Штаны, ни ботинки, ничего. Набери, господи. Я ему столько уже алмазных шмоток выдала, вы бы знали, ребята, это просто трэш. Ну и что тебе? На меч, на лук, стрелы. Элитры, мне нужны и фейерверки, я ж буду летать, кристаллы разрушать, я ж профессионал. Да, мне надоел, на элитры свои, на твои фейерверки, ё-моё, все, больше не проси. Так, ладно, хорошо, мне нужно быстренько пролететь здесь и посмотреть. А где элитры? Мысли я тебе дам. На, бери, господи, как ребенок ноет. Так, сейчас быстренько здесь я пролечу и пойму, где. Не здесь, походу. Сейчас я найду ему этот портал. Эндермен, понял, не здесь. Так, хорошо, мы почти дошли. Так, ты что это? Сейчас я дырочку тут заложу, чтобы она тебе не мешала. Так. Ай, блин, она сверху. Опа, течет отсюда. Нам с тобой дальше. Нам сюда. Иди сюда. Куда ты полетел? Нам сюда. Иди сюда. Вот тут. Блин, да где? Да, о, нашла. Все. Нашла. О, Эндермир. Эндера потерял, блин. Так, чужинка. Ладно, понял, ты потерял. Хорошо. Я тогда, на, держи. Я не буду за тебя вставлять. О, балдёж. Да, какой-то очень странный мир Майнкрафта. И последняя, окей, не понял. Не хватило? А, вон там вот только энергия. Ладно, вы
Блин. Ну ладно, сейчас мы быстренько его сюда обратно притарабаним. Ну-ка, ты живой? О, живой! Ну, давай, иди сюда, прыгаем. Эй, пизда. Он уже там? Нифига себе быстрый. О, обалдешь. Ну что, давай, показывай класс, как ты проходишь Майнкрафт. Я не буду ему помогать, а то слишком как-то изи. И так помогал слишком много. Не разбился, а как вернуться обратно теперь? Ну что, опять раз... Прикалывается, что ли, не понимаю. Ну, давай, делай дело, ём. О, балдёж. Прямо сейчас разрушим эти кристаллы. А что, ничего не видно, темно как-то? Короче, ребята, я устал, хочу любви. Так, ладно, это я ломаю. Опять призываю его. Давай, делай грязь. А я тебе помогу, а то ты разбиваешься. Почти все кристаллы уже разрушены. Кажется, несколько. Так, этот ломаю. Они у меня выглядят как обычные. Ломаю. Огоньки. Ломаю. Ай. Ты не подорвись, братик, я тебе помогаю. Опа. Все, все сломало, давай теперь дракона убивай. Ты надоел летать и разбиваться, не твое это. Сейчас разобьюсь. Я не могу, ребят. Ну давай, делай дело, делай грязь. Те, где дракон? Все кристаллы разрушены, профессионал Скретч выходит на охоту. Ага, профессионал Скретч, конечно. Все лавры достаются ему, хотя делаю все я и... Ты где? Так, и где он? Он что? Получай, дракон, получай. Нифига себе, как он пытается его убить. Неплохо таки наносит, вы гляньте. У него уже, наверное, 10%. Молодец, молодец. Ага. На, получай. Так, нужно припарковаться для того, чтобы немножечко перекусить. Да как это работает? Почему я... Он опять разбился, что ли? Я надеюсь, кот меня телепортирует. Да ты надоел уже! Да ты можешь перестать помирать? Элитра, да, элитра! Он мне не отдаст. Ладно, я посмотрю пока что за ним. А как на них вообще не разбиваться, кот? Ты знаешь, вот я... Чуть не разбился вот опять. Так ты не лети стрелой вниз, Алёша Попович, ты, ё-моё. Улетел, улетел. Я в космосе! Тут по факту в космосе. Ой, или... Короче, без него убью дракона. Короче, убила я дракона, потому что... Да, потому что мне надоело. Этот Скретч, он что-то постоянно убивается и т.д. Телепортирую его сюда и... Да. О, кот, ты меня вернул, я элитры поломал. Дай новые, пожалуйста, полетать надо. Нет, не дам. Смотри, дракона убили. Смотри, смотри, смотри. О, а где дракон? Нифига себе, нифига себе. Не понял, это что? Это кот убил дракона. Да, это Скретч, я. Скретч, значит, не смог убить дракона. Да, тут по факту Скретч. Признай свое поражение, котик так круче. Давай, давай. Я сломал яйцо, и оно на том же месте появилось. Ты видел, кот? Ой. Майнкрафт я помогла пройти, ребята, так что это достойно лайка. Это было очень сложно, ибо он... Ну, в общем, сложно с ним. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, а также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь очень интересные. Ну, а с вами был котик, Фласочка. И Скретч. Всем удачи! Пока-пока. Чё ты пуляешь меня? Ты сейчас это... У меня... убила. Ну, ладно, в принципе, чё. Я помогла пройти, я и убила, вроде все нормально.